Значит, у меня есть по этому поводу мысли. Я считаю, что с точки зрения оптимальной, картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области, может быть, Запорожская, Днепропетровская, значит, все. Вся. Новороссия должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом на использование украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавание украинского, ну, короче говоря, полностью. А Киев и как бы вот эта вот северная часть Украины, от Сум до Киева, Чернигов и так далее, должны стать аграрным государством а-ля современная Венгрия. Без армии, без, ну, не современная, а Венгрия там 70-х лет, без армии, без промышленности, чисто аграрно. Да, при этом там будет избыточное население пускай на Дальний Восток, нам надо страну поднимать. А вот, соответственно, та часть, которая западная, западенцы, 4 или 5 областей, они, их просто нужно отдать туда. То есть всю бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Для того, что в два раздела мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить чем-то лояльность Польши. И занять их чем-то, чтобы они, значит, вот им будет работка лет на 200. И они будут лояльны, радостны и так далее. Когда я это все рассказал нескольким полякам, они на меня посмотрели и сказали: «Господи, Михаил Ильич, как же вы нас не любите?» Я говорю: «Простите, если вам предложат взять эти области, вы откажетесь?» Они говорят: «Нет, их, конечно, брать нельзя, но мы возьмем». Ну тогда все. Что ты, черт побери, такое несешь?